И снова здравствуйте, приветствуем всех жителей Иркутска, Иркутской области. Мы в прямом эфире, телекомпания АЭСТ ведет марафон «День выборов». В этой студии встречаем гостей, разговариваем с ними о том, как они голосуют, о том, как они проводят 18 марта 2018-го, день исторический, когда наша страна определяет свое будущее на ближайшие 6 лет и выбирает президента Российской Федерации. Рядом со мной Дмитрий Берников, мэр города Иркутска. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот знаем, что вы уже проголосовали в 39-й школе, наша съемочная группа сопровождала вас, и в ближайшем выпуске новостей покажем как раз, как глава областного центра отдал свой голос. Расскажите, какие впечатления, вот ощущения у вас в этот день есть, с каким чувством идете на избирательный участок и голос вы отдаете? Ну, самое главное, это хорошая погода. Это первое, что бросается в глаза, наверное, не только мне, но и всем иркутянам. Мы вот обменялись мнениями с жителями на участке, пока ходил, голосовал. Второе, и оно же первое, наверное, все это можно вместе рассматривать, это активность наших жителей. Я был приятно удивлен, то, что иркутяне идут, голосуют, во всяком случае, там, вот, на том участке, где я голосовал, и голосуют и за комфортную городскую среду. Это замечательно, это приятно. Это такая одна из наших фишек, кстати, да, областного центра. Вот, но это для жителей других городов сразу рассказываем, что иркутяне сегодня в несколько преимущественной позиции, потому что кроме того, что мы голосуем за президента, мы еще голосуем за проекты программы формирования комфортной городской среды, за общегородские, за отдельные для каждого округа. Расскажите, вот эта идея как появилась и нужно ли это такое открытое голосование, когда жители действительно могут высказаться за те территории, которые нужны для благоустройства? Ну, уже неоднократно мы об этом говорили. Это, наверное, особенность, отличительная черта нашего города, активная жизненная позиция людей. Еще, я очень кратко, еще с 2016 года мы начали с учетом мнения горожан приводить город в порядок. С 2017 года это стала федеральная программа с электронным интернет-голосованием в прошлом году. В этом году появилась такая возможность, согласно законодательству, провести прямое голосование, открытое голосование за 28 общественных пространств, оформленное, выставленное на рейтинговое голосование. Это районные объекты, которые там в бюллетене даже можно заметить, в каждом районе свои пространства, выдвинутые жителями, инициативными группами, прошедшее согласование с жителями, и общегородские пространства, за которые тоже голосуют все жители, независимо от района. Практика интересная, практика приемлемая, на наш взгляд, на мой взгляд, для нас, для иркутян. И посмотрим. Я думаю, что это даст свои результаты, и самое главное, будет ни для кого не обидно. Но это не говорит о том, что те пространства, которые не попадут в первоочередной список, они не будут отработаны, все пространства будут отработаны, потому что программа будет действовать как минимум еще 3 года. Я думаю, что мы успеем проголосовать все пространства и привести в порядок. А их у нас сегодня уже осмысленно, так сказать, около 200. Ого, ну это видишь, с районными, с районными, ну да. Ну вы за что проголосовали? Я не скажу. Давайте я потом расскажу, за что. Ну, конечно же, за те же самые пространства городские, которые нам всем известны. Ну и как жители Октябрьского района, я тоже там за свои, за наши районы, да, в Октябрьском округе. У нас работает сегодня телефон, также Viber, WhatsApp 8 800 302 15 50. Есть у нас звонок. Евгений из Нукутского района. Евгений, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте, я всех приветствую из Нукутского района. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, проголосовали уже? Да, я с утра сходила уже на избирательный участок, прям 8:15, сняла перед работой проголосовать. Ну, вам как кажется, почему это важно? Вот вы сегодня зачем пошли на избирательный участок? И пропускаете ли вообще выборы или на каждые все-таки ходите? Я не пропускаю выборы, мне кажется, это моя гражданская позиция. Малых лет. Мои родственники берут меня с собой на избирательный участок. У нас такая традиция сложилась. Мне не безразлична судьба моего района, моего родного поселка, моей малой родины. Поэтому я всегда принимаю участие в различных выборах, которые проходят. Да. Спасибо большое, действительно большой праздник. У вас, Дмитрий Викторович, есть такая традиция голосовать? Вот сегодня вспоминаем в этой студии как раз, что у многих людей прямо с детства это заложено, да, я вот в детстве с родителями, там с бабушками, с дедушками ходила на избирательные участки. Какая-то привычка, знаете, этот день проводить особо. Вы знаете, может это прозвучит странно, но тем не менее есть. И с детства всегда мы ходили на выборы, и всегда это было, между прочим, праздником, таким событием.
событием, которое в какой-то степени объединяло всех жителей района, города, округа, как угодно можно назвать. Вот в данном случае, посмотрите, нам из поселка с вами, да, занято. Это хорошая традиция, и традиция, которая позволяет, на мой взгляд, почувствовать нам себя все-таки гражданами. Как бы это пафосно не звучало, но тем не менее, это действительно так. Это наша возможность выразить свою позицию, заявить о себе, во всяком случае, заявить о своей точке зрения. Это тоже важно, поэтому я думаю, что призываю тех, кто еще сегодня собирается, нужно идти голосовать, тем более погода хорошая. Да, ну с весной действительно повезло. Сегодня говорим о том, что это семейная традиция. Вы вот дочку свою как-то берете с собой на выбор. Рассказывайте ей, да, про выборный процесс. Она в курсе, да, у вас? Да, да, конечно. Угу. А еще одна особенность голосования за проекты комфортной городской среды – это то, что могут голосовать у нас жители Иркутска, начиная с 14-летнего возраста. То есть не нужно ждать совершеннолетия для того, чтобы предполагать, как должен выглядеть родной город. Вот почему к такому решению пришли, почему снизили, так сказать, избирательный порог для наших жителей? Ну, это тоже очень важно, потому что молодые люди должны привыкать к процессу, к выборному процессу, к очень важному процессу, который будет сопровождать их всю последующую жизнь. И сегодня мы вот разговаривали в разных кругах с жителями, разговаривали с педагогами, разговаривали с родителями, разговаривали. Очень важно, чтобы наши дети сегодня уже делали первые шаги в этом направлении, понимая, что от их активности, от их вовлеченности в эти процессы зависит будущее, ну, пока на данный момент развития района, там, сквера, парка любимого, городских пространств, а в последующем это действительно будут те моменты, те процессы, которые непосредственно будут влиять на их жизнь. Угу. Я думаю, это хорошая будет школа для наших детей. Сегодня можно прийти с родителями, а завтра уже самим принимать решение. Угу. Любовь Васильевна, иркутянка, звонит нам с вами Дмитрий Викторович. Любовь Васильевна, добрый день, вы в прямом эфире. Любовь Васильевна. И я хочу сказать, я ни разу не пропустила выборы. Я хожу на них с юности и до сего дня. Но что вспоминается? Всегда, вот сегодня даже, поздравляют с праздником, а праздничной атмосферы нет. Почему? Не хватает. А не хватает музыки, которая хотя бы снаружи должна быть. Пусть небольшая, и вот это уже несколько лет, но давайте внедрять это пожелание. Угу. Спасибо большое. Много будет выборов. Спасибо, Любовь Васильевна. Вот, Дмитрий Викторович, ну это так, на будущее. Еще больше творческих Принимаем. Коллективов. Но сегодня, кстати, праздничная атмосфера у нас есть в Иркутске на избирательных участках. Я даже знаю, что мы в числе нескольких городов России на таком федеральном уровне, да, запустили скидку на продукты на некоторые избирательные участки. До 30% -то скидка доходит, ну чем не праздник? Да, но тем не менее есть еще над чем работать. Есть над чем работать. Говоря о празднике, нельзя забывать о том, что у нас сегодня важная дата. Это годовщина присоединения Крыма к России. Прошло ровно 4 года с момента, как полуостров стал нашим. И Иркутск сегодня это событие тоже отмечает. Я, насколько знаю, у нас сегодня будет митинг-концерт. Расскажите, вы пойдете, будете участвовать? И вот для вас этот день, как-то чувствуете гордость за нашу страну в день присоединения Крыма? Действительно, это событие тоже знаковое. Событие, которое было ознаменовано волеизъявлением людей, жителей Крыма, волей россиян. Это событие, которое уже 4-й год мы с вами будем отмечать. Иркутск в стороне не может оставаться, тем более наш побратим, город Симферополь. Это событие, которое тоже нас делает сопричастными к общей нашей истории российской. И сегодня в 6 часов, в 18 часов будет митинг на сквере Кирова, митинг-концерт. Я пойду. Я думаю, что и много иркутян придет. Тем более, еще раз повторяю, погода нам благоприятствует. Погода великолепная. И мне кажется, если люди хотят праздничной атмосферы, то вот как раз на митинге-концерте и получат ее, да, в полной мере. Потому такое что завершение если... дня будет хорошее такое. И еще и на участке свои избирательные могут успеть как раз на начало концерта, да, потом на избирательные участки. Дмитрий Викторович, ну сейчас у вас есть возможность напрямую обратиться к нашим горожанам, к жителям Иркутской области, поскольку все-таки мы областной центр с вами. Мы, так сказать, трендмейкеры, да, в этом смысле. Что бы вы хотели им сказать, что бы хотели пожелать им сегодня, в день выборов, 18 марта? Вот ваша камера, пожалуйста. Ну, слово трейдмейкеры, может быть, нам и не всем понятно и приемлемо. На самом деле, дорогие земляки, мы с вами лидеры, мы областной центр.
мы должны все-таки задавать вектор движения во всех позитивных моментах. И сегодня день голосования, я вас призываю, приходите, заявите свою гражданскую позицию, проголосуйте. У каждого из вас есть свое мнение, есть свой выбор, и вы его можете сегодня осуществить. Приходите, голосуйте. Спасибо большое. Увидимся действительно на избирательных участках. Я вот всем рассказываю, что я до сих пор не успела проголосовать, хотя все мои гости уже успели. Дмитрий Викторович. И журналисты тоже приходили. Да, спасибо большое, спасибо, что пришли. Увидимся. Мы же продолжаем наш эфир. Буквально через несколько минут начнется выпуск новостей сейчас. Специальный выпуск. Там последние данные по явке. Расскажем, как голосует роддом, как голосуют исправительные учреждения. Мы же вернемся в эту студию в 2 часа дня. Следите за нашим инстаграмом, фейсбуком. Оставайтесь с нами.